На прошлой неделе в кабинете главы района состоялась рабочая встреча с атаманом Майкопского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества Александром Даниловым. Целью встречи стало представление нового атамана Кашхабского районного казачьего общества. В начале встречи атаман отдела представил присутствующим избранного атамана РКО Николая Ступенко и его первого заместителя Юрия Кириллова. 19 февраля 2016 года состоялся выборный сбор Кашахабльского районного казачьего общества, Майкопского отдельского казачьего общества, Кубанского войскового казачьего. Правомочность сбора решать вынесенные вопросы подтверждена наличием более 2/3 от установленного количества участников сбора с правом решающего голоса, что соответствует уставу Кашахабльского районного казачьего общества. На основании протокола номер 2 выборного сбора Кашахабльского районного казачьего общества 19 февраля 2016 года атаманом избран вахмистр Ступенко Николай Николаевич. Александр Данилов заверил главу района, что казаки избрали достойное руководство. На все цели и все задачи, которые ставятся для казачества, в том числе и Кашахабльского района, это непосредственное взаимодействие с органами государственной власти. Сохраняя традиции, сохраняя историю, сохраняя культуру, но тесное взаимодействие. И казаки должны быть на местах первыми помощниками у глав сельских поселений, главы района и других органов власти. Глава района Заур Хамирзов, в свою очередь, поздравил Николая Ступенко с избранием на должность атамана района и отметил, что администрация района надеется на тесное сотрудничество и взаимопонимание. Мы ваши первые помощники. В завершении встречи председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев пожелал успехов в работе и заверил избранного атамана в поддержке и содействии в решении возникающих вопросов и выполнении поставленных.